Здравствуйте, дорогие мои участники конкурса Golden Time. Очень много интересных работ было, очень много очень хороших работ было, но я выбрал из них всего три. Я хочу вам это показать. Ну, первую картину я выбрал вот такую, автор Анна Радко. Ну, согласитесь, что здесь очень радостные цвета, такой дух счастья. Девочка превращается даже в цветок, если по-другому посмотреть. Все очертания сделаны классически, правильно. Никаких вопросов к этой картине нет больше, потому что она очень-очень красивая. Молодец, а? Вторая картина, Роман Бондарев. Мне эта картина потому понравилась, потому что вот сразу видно, что художник профессионал и с одним махом сделано. Вот смотрите, как будто с одним пером, вот в одно касание это все сделано. Роман, вы молодец. А вот это уже здесь немножко все по-другому. Там все классически, а здесь все разрушено, но правильно разрушено. Смотрите, как идеально сделано платье. И идеально должно было быть цвет кожи даже женщины, но он нарушил эту ситуацию, и получилось оно еще лучше. Анна Хромова, вы молодец, правда. Здесь где-то 3-4 трети техники, все совмещено правильно. Я прощаюсь с вами, до новых встреч.